сегодня выехал на рыбалку. Вот уже добрался до места ловли. Место уже знакомое. Сейчас немножко его приготовлю и буду начинать ловлю. Как всегда, все самое интересное вам покажу. Погода сегодня стоит не жаркая, плюс 26 днем. Сейчас плюс 16 градусов. Вот в такую вот перемена погоды очень хорошо влияет на клев. Также расскажу вам о разных насадках, на которые буду ловить. Думаю, что сегодня будет много интересного. Вот такое место ловли я сегодня выбрал. Вот ловить буду вот на кромочке вот этой лилии. Вот здесь такое вот окошко есть. Вот место здесь хорошее. Сейчас немножко настоится прикормка и закормлю место. Прикормка сегодня магазинная у меня. Вот такого темного цвета. Видите, сейчас я ее вот уже приготовил. Немножко постоит. Вот, и можно будет закармливаться. Сейчас выставил глубину на удочке. Там 2,5 метра. И сейчас прикормлю в то место, где сейчас поплавочек находится. Это такой самый лучший способ. Будет точная прикормка в месте ловли. Место очень интересное. Здесь попадается карась, подлящики, крупная плотва. Ну, посмотрим, что сегодня будет ловиться. Очень низкий уровень воды, вода падает. По прогнозу обещали дождь небольшой. Так, о насадках. Перловочка у меня сегодня по особому рецепту приготовлена. Добавил туда, вот, взял печенье, натерку, натер и пересыпал перловочку. Такой аромат, ароматное печенье. Также есть вот такая уловистая насадка. Вот. Рецептик есть на канале, все ссылки будут под видео, кому интересно. Вот. Также есть еще один рецепт, насадка тоже очень интересная. Вот, есть пуфик у меня еще. Вот он, пуфик. Есть бойлы самодельные, вот такие вот. На это все буду пробовать. Сейчас ловить. Сейчас попробуем на пуфика. Чем хорошен. Он плавающий, яркий. И рыба очень хорошо реагирует на него. Он хорошо видно. Хорошая плотвичка. О, хорошая плотвичка. На пуфика поймался. Немножко стало пасмурно сейчас. Вот это видно, тоже отражается на клеве. Место такое, может подойти и карасик. Вот. Подлящик.
лещ выходит кормиться в такие места днем глубиной 2-3 метра. А ночью карась вообще подходит к берегу в поисках корма. Ух ты! Ого! Вот это крупняк! Что это такое? Монстр какой-то. Подлящик. Опа. Есть. Вот это рыбалка сегодня. Так рыбалка. Подлящик поймался. Сейчас покажу, какой красавчик. На пуфика. Вот он. А? Красавец. Красавец. А! Красавец. Тихо, тихо, стоп. Поймался подлещик хороший. Вот, на пуфика. То, о чем я говорил, что в таких местах вот лещ, даже крупный, бывает, заходит на глубину 2-3 метра. Вот, именно днем в поисках корма. Вот ближе к зарослям травы. И в таких местах вот можно поймать его. Видите? Я думал, карасик. И карасик должен здесь быть. Поймался подлещик. Хороший. Глубина 2,5 метра. Вот такая рыбка ловится, хорошая. И активность клюва появляется в такие моменты. Вот, когда именно появляется небольшая пасмурность. Находит тучка. Вот, и клюв сразу же активируется. Мгновенно. Это я уже замечал не первый раз такое. Ух ты, подлящик, хороший, красавец, красавец еще один. Опа, берем руками рыбу. Вот такая рыба сегодня ловится. Красивая, на пуфика. Опа. Красавец. Красавец. Сегодня больше всего работает пуфик. Вот почему-то нравится плавающая вот эта вот насадка ему. И плотве, и подлещику. Она видно яркого цвета. Вот ее хорошо заметно в воде. Вот потому она ее видно хорошо и берет. И что она плавает, это тоже немаловажно. Вот так вот наживляю, чтобы чуть-чуть острие ручка выглядывало. Сегодня была неплохая рыбалочка, вот, хороший отдых на природе, ловилась плотва, подлящик, улов довольно-таки неплохой,
Вот, считаю, что рыбалка удалась. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, еще будет много интересного. До новых встреч, всем пока!